того, что с высоты она увидела так много, что не успеет полюбить. Она забыть уже не сможет своих обид и различий. Тебе все аккуратно сложно. Геркулес, на светлый свин, свежий ветер, на запах молодой зимы, на день застывший белый пепел, а там весенний кабель, метель любившая застыть. Много крылатой, все равно, что говорят, как время лечит. Нет времени на сон, и не бежит моя за горизонт, а я в другую сторону иду. Солнечным теплом, верю-верю, я его найду. Я знаю, я его найду. Где бежит моя за горизонт, а я в другую сторону иду. За солнечным теплом, верю, верю, я его найду. Я знаю, я его найду. Нет времени на сон, где бежит моя за горизонт, а я в другую сторону иду. Солнечным теплом, верю, верю, я его найду. Я знаю, я его найду. Нет времени на сон, где бежит моя за горизонт, а я в другую сторону иду. За солнечным теплом, верю, верю, я его найду. Я знаю, я сейчас небольшой эксперимент. Есть песенка, на которую сделал клип. Мы попробуем ее сыграть вживую, потому что она была записана в электронном варианте. Я же про ее говорю, да, Ваня?
идем никуда, to wait. We are breaking the rules, we got it, everybody, идем никуда, to wait. Can you breathe? Слепили памяти, скажи, в другом вагоне, в других местах чужих, они на горизонте. Остались при своих словах различных лиц, опали в разных городах, в реке солнца. На фоне ветряных аллей бросали мысли лучами черной высоты, нагрелось море. Нагрели силы сердца, стопы, я не знаю, но его поля. Прячутся, заболела моя маленькая детка, а у меня рубашки.
пишет на вещание, я красу нагрелось море. Как грели силы, сердце, стопы, я не знаю твоего поля. Заболела моя маленькая детка, а у на рубашке душ. Это вот как стрелки залетела на порог и села в стенке. Звезды катятся, лучше прячутся. Заболела моя маленькая детка, а у на рубашке душ. Это вот как стрелки залетела на порог и села в стенке. Композиция в этом отделении, после чего выйдет сюда эта сцена группа No Guns, и мы начнем, продолжим «Женщины по-детски». А пока заключительно, многие эту песню уже слышали, тоже наша, авторская, называется «Белыми нотами». Вот и подойдем к перерывчику. Thank you.
Сейчас она приготовится и выйдет на сцену. Спасибо. Да, хочется сказать, что группа No Comments вообще мало отличается чем-то от Буркина Фасо. Единственное, что вот все песни, которые вы до этого уже услышали, это действительно авторские песни. Написали их вот эти два замечательных человека. Вот эти два замечательных человека. Если вы считаете, что они достойны аплодисментов, а я вот так считаю, давайте им поаплодируем. Все время слышат в конце вот эту песню и искренне верят, что у нас одна авторская песня. У нас их на самом деле много. И, в общем, ребят, сейчас небольшие тут пертурбации, потому что тут вот очень сложные какие-то тут переключения, подключения, после которых мы снова с вами встретимся и уже попоем знакомое, старое, известное всем. И, в общем, вы готовы танцевать? Отлично, что вы готовы танцевать, но пока мы предлагаем вам перекурить и выпить. Ребят, ну, буквально минут 15-20. Перекурим и выпьем. Простите, что призываю вас к таким неприличным вещам. Те, кто не занимается ни тем, ни другим, могут...
быть высоком. Тоже вариант.